Всем привет! Сегодня 13 июня. Сейчас посмотрим птенцов. Там не слетели кольца вчера делал. И других подросли нет. Все, смотрим. Приготовил кольца. 10, 11, 12, 13 номер. Сейчас достаю птенцов и по одному буду одевать. Вот такие птенчики подросли. Сейчас мы будем одевать колечки. Достал вот первого птенца. Сейчас мы наденем 10-е кольцо. Так вот, одел кольцо. Все, вожу обратно. Следующего достаю. Достал следующего. Сейчас попробуем одеть. Глазки полуоткрыты. Тихо-тихо. Поросеночек. Не знаю, будет держаться. Вроде и туго. Дней 6 точно не могу сказать. Ладно, следующего. Так, ну вот эти уже поменьше, те два прям здоровенькие были. Наверное, у этих слетит. Завтра утром еще раз посмотрю, если слетит, по новому буду делать. Вот у этих прям легко делать. Наверное, те первые вылупились, эти на день позже. Тут совсем малюсенький. Ну, не последний. Ну, ладно, одену сразу. Вот он, 13-й. Если слетит завтра по новой, то у тех завтра тяжело будет одеваться. Все, отправляю обратно, не будем беспокоить. Вот такие вот поросятки. Вот тут птенцов у красноголовой пары. Сейчас посмотрим желтеньких. Так, вот желтые птенцы. Сейчас посмотрим. Вчера одевал колечки. Тут, ну, маленький один уже снял. Так, у этого на месте. Один снял, который я говорил. Слишком маленький. Сейчас ему оденем по новой. Троих на месте. Кольцо не нашел, тут 13-е в гнезде. В общем, не стал там рыться. Вот одену 14-е. Вчера чувствовал, что она это не будет держаться. Маленький, вот за день подрос. Сейчас у него уже оно точно не слетит. Сегодня уже он все равно легко, но не как вчера. Тихо, тихо, сейчас оденем. Тоже коготки пошли. Глазенки еще не открыл. Ну вот, все. Ложим обратно. Все, все здесь. Еще раз посмотрим. Это есть. Это на месте. Все, у всех на месте, вот так. А вон и колечко нашел. Сейчас достану, вон я. Вот,
вот она, 13-я. Ладно, уже не буду ничего набраться, потом кому-нибудь одену. А напоследок здорового лба сейчас покормим, Валера. Уже здоровенький, все равно любит он. Да? Че, разучился разговаривать, Валера? Кашка вкусная. Я тебя не буду сегодня укладывать, еще чесать. У меня времени нету с тобой. Вот, покормлю тебя и до вечера. Вон, будешь сидеть в клетке. Все, наелся? Да, я морду вытру. Все? Иди в клетку. Давай. В клетку. Я сказал в клетку, а не на телефон не прыгать. Посадил его в клетку. Так он там вообще сидеть не хочет. Давай сюда. Все, сразу на телефон садится. Давай иди в клетку. Че будешь со мной бегать-то? Засранец. Давай. Вот, привыкай. Я что тебя буду таскать с собой? Вот. Кашками я тебя не смогу теперь бегать, кормить. Давай, привыкай. Он только сегодня, только сейчас приехал. Еще не привык. Вот этих, наверное, птенцов, которые здесь от красноголовых, буду, может, завтра или послезавтра кольцевать. Ну, вот так вот все растут потихонечку. Линяют тут. Попозже попробую, наверное, этого, может, подсадить к птенцам на лодике. Подружится, не подружится. Ну ладно, потом еще с ним. Все, всем пока, на этом все. Да, Валер, потом снимет. Все, всем пока.